no se sabe. Лука отдает по флангу на Марко Асенсио. Асенсио справа в центр движется, затем отдает передачу на Лукаса Васкеса. Васкес, прострел, удар сходу, забирает голкипер мяч. Попал после подачи с угла поля. Отметим, что смотрим этот навес Адриасола, Хуанми, головой напрямую мяч Лара. Асенсио. Ковачич.
Эйрсабль и Лараменди были у мяча, отходит Эйрсабль и Асьер и Лараменди, забивший, кстати, со штрафного в прошлом туре. Депортиво выполняет удар, мяч летит выше. Хороший перевод получился на Долабелью. Тот играет в штрафную площадку. Варан не дает удар нанести Баутисте. Вот сейчас, конечно, мяч неплохо двигается у сан-себастьянцев. Эйрсабль. И передача отлично на Баутисту. Баутиста, удар, гол! Забивает Реал Сосьедад. 74-я минута. Очень хладнокровно воспользовался своим шансом Йон Баутиста. Первый его мяч в этом чемпионате. Но он и вышел-то только в пятый раз. Со скамейки запасных в старт не появлялся вовсе. Три мяча он забил в прошлом сезоне в матчах премьера. И вот теперь гол после очень эффектной комбинации. Да, это, конечно, то, что лишь при счете 4-0 в пользу соперника, лишь во втором тайме начала делать команда Андреасола. Приета. Подача Андреасолы. Хуан ведет борьбу и нарушает ду. На Бензема Криштиану сыграл. Чуть назад Бензема. Марселу. Прострельная передача. Лараменди ногу подставляет. Убирает затем мяч и отдает на раунд. Мяч отобрать. Бейл. Низом отдает Гаррет на Роналду. Тот убрал соперника и возвращает на Бейла. Финтит Гаррет штрафной, но не получилось продолжить. Затем Роналду уже против Долабелли оказался и мяч отобрал защитник гостей. Но выбивает неудачно Долабелли. Карвахаль на дальнюю штангу. Иско. Роналду. Бейл наносит удар. Добивание Роналду. Гол! 5-1 на 80-й минуте. Хет-трик Криштиану Роналду. 11-й его точный удар в этом чемпионате. Херонимо Рулли не справляется с ударом Гаррета Бейла. И тут как тут оказался Роналду. Здесь нет офсайда у Бейла. Ну и также, конечно, не было офсайда у Роналду в момент удара валлийца. Терпел в чемпионате. Это, конечно, сразу изменило ситуацию в пользу Зальцбурга, который в лидеры вышел. Эйрсабль. Пантача следует. Хуан мне отдает. И Лара! Гол! Забивает все-таки свой мяч Асьер и Лараменди. 5-2 в начале 83-й минуты. И Лара забивает. Ну что ж, гол-то, кстати, забит после углового. Еще один мяч со стандарта. Причем очень красивая комбинация прошла.